Пробками на Ленинградке Химки славятся. Но городской округ в этом смысле не уникален. Проблема с заторами на дорогах стоит остро во всем Подмосковье. Одна из причин зачастую – ДТП, после которого участникам аварии приходится по несколько часов ждать инспектора ГИБДД и тормозить движение. Теперь же автовладельцам станет проще. В Химках заработал центр помощи при ДТП. Мы создавались для того, чтобы дать возможность гражданам самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие на месте. Это в силах каждого, в праве каждого. И не нужно тратить 5-6 часов на дороге. Большинство столкновений на дороге не требует вмешательства ГИБДД. Если ущерба нет или он не превышает 100 тысяч рублей, участники могут разобраться самостоятельно. Сейчас можно позвонить по номеру 112, после чего операторы направят на горячую линию. Там пошагово расскажут, что делать. В Центре безопасности дорожного движения круглосуточно работает служба, в рамках которой операторы в течение 24 часов, 7 дней в неделю, готовы оказать помощь всем пострадавшим, попавшим в дорожно-транспортное происшествие. Если договориться, кто виноват в ДТП, не получается, или есть опасение, что дистанционно вы неправильно заполните бумаги, можно приехать в центр помощи при ДТП, который расположен на улице Молодежной, 10. Глава округа Дмитрий Волошин оценил работу организации в первый день работы. Для нас очень важно, я очень на это рассчитываю, о том, что у вас будет очень высокий сервис. Потому что люди приезжают, авария это всегда, мягко говоря, не самое лучшее настроение. И от того, как эти милые, красивые девушки будут встречать и говорить с людьми, от этого будет очень много зависеть. Сотрудники центра не только помогают сгладить неприятное впечатление от ДТП, но и доносят важную информацию. Одно посещение, говорят, занимает максимум 40 минут. Люди приезжают, у них произошло неприятное событие, они нервничают. Наша задача направить их все-таки в более позитивное русло, помочь им. Помочь в первую очередь правильно оформиться. Либо они сделают это через Европротокол, либо мы задействуем в помощь инспектора. Работа центра только стартовала, первые оценки положительные. Мне кажется, будет отлично работать и очень будет полезен центр для водителей, которые совершают по каким-либо причинам ДТП, да, они звонят на горячую линию 112 телефон, да, и сразу попадают в центр, где им помогают не стоять на жаре, не ждать сотрудников ГИБДД. Это уже четвертый такой центр в Подмосковье. На сегодняшний день они работают в Истре, Красногорске и Одинцове. Всего до конца года в Московской области планируют открыть 10 центров помощи при ДТП. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.